Всем привет, дорогие друзья, с вами Артист, и сегодня я проведу обзор на новый тяжелый автомат, который вышел только сегодня. Многие его, наверное, долго ждали, но не я. Итак, как его описывает FG, это мощный автомат, активнее всего стреляющий короткими очередями. Итак, посмотрим, что же будет. Посмотрим на него в песочнице, не заполняет. Надо будет его только найти. Да ладно, тяжелый автомат. Ребята, я нашел его, наконец-то. 25 патронов. Редкий. Второй раз. Урон секунды 165, урон 45, скорострельность 375. Размер магазина 25 патронов, время перезарядки 2,8 секунды. Если натренировать АИМ, то это будет очень хороший автомат. Думаю, так будет четко. В
общем, выглядит он как будто обновленный АК-47, модернизированный. В общем, вот такой вот автоматик вышел. Ой, как я его замучился искать. Вот за это надо поставить. Вот. Ну, я, конечно, не заставляю вас. Ладно, у меня уже башка не варит, время 1:00. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.